того, что сейчас в Узбекистане активно растет строительный рынок, мы решили также быть представленными в Узбекистане, и сейчас здесь открывается официальное представительство «Ламинам Узбекистан». Наши коллеги сейчас готовят блюдо итальянской кухни, так как мы итальянская компания, на столешнице, изготовленной из керамики ламинам, демонстрируя тем самым ее полную устойчивость к костеранию и любым воздействиям. Группа компании «Экотон», а местная компания «Экотон Шарк» совместно с областным акиматом в Ангрене строит, в свободной индустриальной зоне Ангрен, строит завод ячеистого газобетона совместно с китайской компанией «Кеда». Это совершенно новая технология для Узбекистана, современнейшая технология. Вот я держу в руках кубик газобетона. У него размеры 10 на 10 сантиметров. Вот этот кубик выдерживает нагрузку. Вот если на нее положить 500 килограмм, то он будет не раздавлен, целый будет. Вот такая прочность. Но при этом, вы посмотрите, он плавает в воде. Наше оборудование позволяет делать самые современные строительные материалы, автоклавный газобетон, автоклавные панели из автоклавного газобетона. И это позволяет делать здания и сооружения энергоэффективные, которые экономят газ. А само наше производство расходует в 10 раз меньше газа, нежели производство сжженного кирпича, основного строительного материала на данный момент в Узбекистане. Соответственно, мы решаем проблемы многих отраслей, которые завязаны на потреблении газа, а также позволяем жителям Узбекистана изменить свои жизненные условия, позволить себе жить в комфортных домах и не тратить на это много денег.